сегодняшний ритм жизни требует все более и более эффективных средств для ухода за кожей лица. Развитие индустрии красоты сопровождается появлением принципиально новых форм антиэйдж-препаратов. Итальянская компания представила на российском рынке профессиональной косметики инновационную программу с комплексом стволовых клеток яблока. Швейцарская компания, которая открыла и разработала этот компонент, получила первый приз за новшество на ежегодной выставке косметического сырья в Амстердаме в апреле 2008 года. Фитокомплекс, помимо экстракта стволовых клеток яблока, содержит множество важных жирных кислот, витаминов, минералов, природных антиоксидантов, которые повышают эластичность кожи, восстанавливают собственные стволовые клетки кожи и эффективно борются с морщинами, сухостью, воспалением, а также с другими признаками преждевременного старения кожи. Дополняют действие ведущего вещества экстракт гибискуса, масло ши, масло жожоба, масло виноградной косточки, гиалуроновая кислота. Время нельзя повернуть вспять. С возрастом процесс обновления клеток замедляется, организм не успевает полностью восстанавливаться. На помощь приходит программа, проведением которой можно отсрочить старение. Эликсир молодости демонстрирует новый уровень эффективности в области таких препаратов, как ботокс и гиалуроновая кислота. Программа состоит из 5 процедур за 20 дней. Очевидный результат омоложения мы наблюдаем через 20-30 дней. Инкубационная маска способствует лучшему проникновению активных компонентов программы. В косметических композициях кремов и сыворотки для домашнего использования соединились целебные силы стволовых растительных клеток, экстракта гибискуса абельмо, растительных масел. Работая в синергизме, они глубоко питают, увлажняют ткани, оказывают тонизирующие, омолаживающие действия.